трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Правительство страны внесло изменения в процедуру техосмотра транспортных средств. Аптечку на ТО теперь снова нужно предъявлять вместе с огнетушителем и знаком аварийной остановки. Запрещено демонтировать штатные стеклоочистители и стеклоомыватели. Если неисправен усилитель руля, до свидания. Наконец, все шины должны быть с одинаковым протектором. Трасса 101. При расчете стоимости ОСАГО будет применяться еще один коэффициент. На этом настаивает МВД. Речь идет о числе от 1,86 до 3,4 в зависимости от числа полученных за год штрафов. Если их менее 5, коэффициент использоваться не будет. Самая дорогая автогражданка достанется тем, кто за 12 месяцев заработал 35 и более взысканий. Да, какие нарушения будут учитываться? Те, что входят в понятие «опасное вождение». Трасса 101. В прошлом году российские автошколы выпустили 1 миллион 330 тысяч учеников. 95% из них получили права категории «Б». В 2016-м выпускников было более 2 миллионов. Такое резкое уменьшение желающих обзавестись водительским удостоверением специалисты объясняют снижением доходов граждан. Автомобилей же в стране становится больше. В 2017-м автопарк подрос на 4,5% до 60 миллионов машин. Депутат Госдумы Василий Власов, ЛДПР, предложил пересадить членов российского правительства на «Лада Веста Сигнача». Этой модификации седана нет в свободной продаже. Отличают ее удлиненный на 25 сантиметров кузов, кожаное сиденье, улучшенная шумоизоляция и другие нюансы. Стоит машина около 1 000 000 рублей. По словам парламентария, «Сигнача» идеально подойдет для госзакупок. Трасса 101. Молодцы, молодцы, работают в управлении ГИБДД по Тульской области. Пока в других регионах гаишники просят пешеходов, ну позаботьтесь о том, чтобы у вас на одежде ночью были светоотражатели, в Туле их решили раздавать. Причем через магазины, причем в виде пакетов, на которых светоотражающей краской нарисован самовар и написано «Тула, засветись». Идею одобрил глава регионального правительства Юрий Андрианов. Может, и денег подкинет на изготовление пакетов. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.